Сегодня тюменцы почтили подвиг солдат, павших в афганской войне. Традиционно 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В этот день, в 1989 году, завершился вывод войск СССР из Афганистана. По официальным данным, в первые три месяца страну покинули более 50 тысяч военнослужащих. Сейчас в Тюменской области проживает 1972 участника афганских боевых действий. Это мероприятие проходит сегодня во всех регионах, во всех районах, по всей необъятной нашей родине, как бы, и даже в странах СНГ. То есть война была во времена Советского Союза, все 15 свободных республик отдавали своих сыновей на выполнение этого интернационального долга. Так что вот этот день памяти и скорби, маленький наш день победы. Воинов-интернационалистов за ратный подвиг поблагодарил сегодня и Александр Мор. Он отметил инициативность тюменцев, которые помогают семьям погибших товарищей по оружию, инвалидам, встречаются с молодежью и призывниками.